Но не везде погода благоприятствовала земледельцам. Особенно тяжелые условия сложились в некоторых районах Калининградской области. В совхозе Побединский вся уборочная техника была выведена на луга и пастбища. Механизаторы, используя световой день, стремились как можно быстрее вывести с полей скошенные травы. В трудных условиях коллектив совхоза делает все возможное, чтобы полностью обеспечить свой скот грубыми и сочными кормами.